Это же, кстати, картинная галерея вроде как. Я, по-моему, один раз такой в жизни была. Наш, так сказать, Эрмитаж. Вроде бы. По-моему, да. Скромненький такой. Маленький такой. Вот это вот. Машинка со Стапом Бендером нравится мне. Красота. Все-таки улица Вайнера такая уютная. Прям хорошо они ее сделали. Приятно тут погулять. Я помню, была... Как называется? Дистанционка или как? Самоизоляция. Я единственная, куда выходила, это в банк ездила денег положить. Вот сюда. При этом... Как-то, товарищи, сегодня вот вроде бы по градусам не очень холодно. Видите? Сейчас дойду, в общем-то, до этих влюбленных, сидящих на поребрике. О, динозавр выгуливает собачку. Вот он, и свинку он выгуливает. Динозавр выгуливающий какое-то животное. По-моему, свинью. Да, да, динозавр. Вьетнамская кухня. Интересно. Ну, фонарики. О, влюбленные сидят. Улица Многошева во всей своей красе. Ну вот, влюбленные сидят. Красота. На этой, так сказать, оптимистической ноте, пожалуй, завершим нашу видеосъемку.